Міністерство оборони Білорусі оголосило перевірку боєготовності своїх збройних сил. Про це повідомила прес-служба міністерства. Зазначається, що в межах перевірки чергові підрозділи механізованих з'єднань військ Республіки Білорусь розпочали виконання навчально-бойових завдань. Військова техніка і особовий склад почали рух автошляхами в межах Мінської, Гродненської, Брестської, Вітебської областей. А я доєднаю, зараз поспілкуємось зараз на цю тему з Павлом Латушком, заступником керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівником Народного антикризового управління. Вітаю вас, пане Павле, доброго вечора. Доброго вечора. Павле, що вам відомо про ці навчання? Тому що, в принципі, ми і раніше чули подібні повідомлення, але тоді це все пояснювалось, стандартними плановими якимись маневрами. Як зараз, насправді, за вашою інформацією? Официальные каналы Министерства обороны Лукашенко передают информацию о том, что это учение проводится в связи с организованными военными учениями сил НАТО возле границы с Белоруссией на территории Польши, Литвы, прибалтийских государств. Проходит учение «Драгун», и это является определенным ответом со стороны вооруженных сил Беларуси на проводимые учения на западной границе или недалеко от западной границы. Мы видим, что задействованы достаточно большие ресурсы, силы, задействованы сухопутные войска, десантно-штурмовые бригады, силы специальных операций, в том числе танковые подразделения, танковые батальоны. Осуществляется строительство понтонных мостов. Как вы правильно отметили, прежде всего учения проходят в Гродненской и Брестской областях. Также, кстати, как и в Могилевской, в Осиповичском районе. Но это все свидетельствует о том, что они пытаются показать свои мускулы, бряцают оружием как раз-таки возле границы НАТО. Конечно, Лукашенко несколько недель тому назад, буквально, наверное, может, неделю тому назад, озвучил достаточно настораживающий тезис о том, что якобы на территории Польши спецслужбами США и спецслужбами Польши готовятся провокации под флагом Республики Беларусь и Российской Федерации, что в последующем может быть трактовано, что это специально сделано соответствующими подразделениями России и Беларуси. Все это вызывает настороженность, поэтому здесь, наверное, нужно прочитывать и потенциально, гипотетический, и второй вариант сценария. Если произойдет какая-то провокация на границе, они в этом будут обвинять как раз-таки силы НАТО. И в последующем, возможно, какое-то локальное столкновение. Этого исключать нельзя, хотя на это, может быть, можно отдать только буквально несколько процентов. Пане Павле, яка сьогодні загроза того, що може бути здійснено повторний захід з території Білорусі на територію України, чи білоруських, чи російських військ? На сегодняшний день, если мы рассматриваем повторение сценария использования территории Беларуси для повторного вторжения с территории Беларуси в отношении Украины, для этого необходимо наличие достаточно серьезной группировки российских вооруженных сил. В настоящий момент такой группировки нет. Хотя инфраструктуру Лукашенко всю необходимую за эти два года выстроил. Он создал учебно-боевые центры в Барановичах, в Гродно. Он также построил укрепрайоны в Гомельской области, Брестской области, дополнительно это еще Гродненская область, это дальше от границы Украины, постоянно находится на линии границы силы специальных операций вооруженных сил Беларуси, на линии границы с Украиной. Но говорить о ядерном оружии тактическое заведено, но самостоятельно Лукашенко не решится направить вооруженные силы Беларуси. Только наличие российских войск может являться фактором, который будет свидетельствовать, что такая вероятность возрастет. Но нельзя исключать, в том числе и возможного столкновения с одним из государств НАТО, например, в направлении одного из государств Литвы или Латвии. И здесь могут быть задействованы, например, те же штурмовые подразделения, десантные войска, силы специальных операций, которые более мобильны и могут осуществить соответствующую высадку и при поддержке танковых подразделений, условно говоря, направиться в сторону Калининградской области. И здесь прикрытие может служить «Искандеры» с тактическим ядерным оружием, с боезарядами, ядерными боезарядами, которые просто будут прикрывать такую наземную операцию. Я думаю, что такой сценарий прописан в Кремле, но не думаю, что, наверное, сегодня он произойдет. Ну, по крайней мере, не хотелось бы в это верить, что это сегодня реально. Як зараз взагалі виглядає російський контингент в Білорусі і чи змінився склад, структура? Ви вже трішки сказали про розбудову військової інфраструктури, але загалом структура Збройних сил Білорусі. Бо свого часу з'являлися якісь повідомлення,
повідомлення про те, що там якась мобілізація, там реальна, таємна і так далі. Після того якось це все затихло. Тож, російський контингент і як виглядають зараз білоруські збройні сили в контексті і оснащення, і особового складу? Ну, первое, что важно понять, Лукашенко за эти два года предпринял системные действия, направленные на то, чтобы быть более готовым к войне или с Украиной, или с одним из государств-членов НАТО, или с блоком НАТО. Изменено законодательство, практически все нормы законодательства приняты на период объявления военного положения в Беларуси. Принято законодательство о так называемом народном ополчении. Введена смертная казнь за измену режиму Лукашенко. Ну, он трактует это как родине, но именно за измену режиму Лукашенко, как для военнослужащих, для госслужащих. Принят недавно закон о действии государственных органов власти в период военного времени. Мы наблюдали с вами на протяжении полутора лет перманентные учения на всех полигонах Беларуси. Мы, и по данным Шведского института, вот они сегодня опубликованы, Лукашенко приобретает гораздо больше оружия, чем продает. Бюджет на оборону в этом году увеличен на 30%. То есть все это свидетельствует, и тактическое ядерное оружие, все это свидетельствует, что Лукашенко реально готовится к войне. Ну, по крайней мере, он инвестирует в такой сценарий потенциальный, достаточно большие ресурсы, материальные, человеческие. Также он приводит в соответствие законодательству. Кстати, были проведены учения даже государственных и частных компаний на предмет мобилизации ресурсов, например, нефтепродуктов, продуктов питания в случае объявления войны. Принят недавно закон, или он буквально на финальной стадии, когда смс-сообщение можно осуществить мобилизацию. То есть Лукашенко провел структурную, системную подготовку к развитию событий, которые могут наступить в случае, если повторно Беларусь будет использована уже с участием вооруженных сил Беларуси в агрессии против Украины или одной из стран НАТО. Что может спонукати до повторения этого сценария? Тобто, на чем сегодня будуются військово-політичні стосунки Путіна и Лукашенко? Ну и что, ну, примером, заважає там Путіна зараз Путіну змусити Лукашенка до участі в війни, війні, чи за якого моменту може бути натиснутий цей спусковий гачок? Это возможно только тогда, когда будут российские вооруженные силы на территории Беларуси. Это все-таки тот сценарий, который наиболее реалистичный. Если российских армий нет, а сейчас это достаточно ограниченное число, там несколько тысяч, 2000 российских военнослужащих, это недостаточно для начала. Что может произойти в том случае, когда Путину понадобится стратегический балкон, к сожалению, под названием Республика Беларусь? Стратегическое расположение территории Беларуси является ключевым фактором, как с точки зрения повторной агрессии в отношении Украины, так и с точки зрения соседей государств-членов НАТО. Лукашенко — это тот человек, который щелкнет каблуками и выполнит приказ Путина. И нужно избавиться от иллюзий того, что с Лукашенко можно договориться, что с ним можно пойти на мировую, что его можно сдерживать, его сдерживать невозможно. Тогда, когда понадобится Путину стратегически использовать балкон Беларусь, Лукашенко выполнит этот приказ. Два года — это тоже все-таки период времени, когда они провели очень мощнейшую пропагандистскую обработку внутри вооруженных сил Беларуси. И в 2022 году, 24 февраля, не Лукашенко не допустил вторжения белорусских военных на территорию Украины, а именно белорусский народ, белорусские военнослужащие, которые не хотели идти на территорию Украины. Но два года не идут бесследно. Они же мобилизуют части. Я не говорю, что армия в целом поменяла свое мнение, но созданы подразделения, которые будут мотивированы к возможному соучастию вместе с русскими подобной агрессии. Поэтому такой сценарий исключать нельзя. Хотя для Лукашенко это, конечно, крайний вариант. Он вряд ли бы захотел использование белорусских военнослужащих в повторной агрессии. Тоді останнє питання, пане Павле. А от за вашими відчуттями, за вашим розумінням, за тим, що ну дійсно останнім часом, так, напевно, я розумію, що ви проводите якусь роботу, але наскільки сьогодні білоруський народ готовий, коли йому в разі, якщо йому скажуть, от все, ви йдете воювати в Україну, що сьогодні вони, от ви почали вже про це говорити трішки, скажуть, ні, ми не підемо. Чи вони будуть так само от сліпо, як оці російські мобіки, яких набирають десь там по городам і весям, що вони так само просто будуть сліпо йти і виконувати цей наказ?
Первый базовый тезис. Белорусское общество 80-85%, к сожалению, по несколько процентов это падает каждый год, не хочет, чтобы белорусские военнослужащие участвовали в наземной операции на территории Украины. Это первый базовый тезис. Он ключевой. Но одновременно происходит изменение в белорусском обществе с точки зрения оценки действий Российской Федерации на территории Украины. И здесь, пусть еще не произошел перелом, большинство общества не поддерживает действия российской армии на территории Украины, рассматривая это как агрессию, как необоснованные военные действия на территории Украины. Но все-таки этот баланс, он, к сожалению, постепенно меняется. И здесь мы говорим нашим западным партнерам, что совершается стратегическая ошибка. Нужно и необходимо покупать оружие с точки зрения обороны своих территорий. И F-16, и Леопарды. Но нужно не забывать, что главным оружием является белорусский народ. И вот здесь возникнет вопрос, выйдут ли белорусские партизаны останавливать российские поезда, как они вышли в феврале, в марте 2022 года. И тут уже вопрос. Выйдет ли белорусское общество протестовать в Минске и в других областных городах, как оно вышло в 2022 году, когда за это их посадили в тюрьмы, когда приговоры 20-25 лет. А никто даже не вел санкции в отношении судей и прокуроров, которые приняли решение посадить белорусских ребят, вышедших сопротивляться российской армии, которая входила на территорию Украины. И здесь нет ответа, мотивационного ответа для белорусского общества. И это ключевая проблема. То есть нужно вкладывать ресурс, я говорю ресурс информационный, идеологический, мотивационный. Как, ну, тут можно разработать целую стратегию, она есть, мы партнерам это передаем. Как поддерживать белорусское общество? Потому что белорусское общество будет молчать, возможно, в этой ситуации. Это самый худший сценарий. Для нас, для Демсил, это плохой сценарий. Мы не хотим, чтобы так произошло. Вот сегодня у нас стратегическая встреча, мы как раз-таки обсуждали вопрос, как работать с белорусским обществом, чтобы белорусское общество занимало и далее антивоенную позицию, позицию в поддержку Украины. Потому что для нас стратегической задачей является победа Украины.